Хорош! Вперед, да. Во, давай. Не хватило, назад. Вперед, во. Назад. Надо отъехать чуть-чуть назад. Смотри, не может выехать, да? Колейность. Да, сейчас мне будет нам прикольно здесь выезжать. Все, встал. Так, ну ситуацию видели. Дорога, как, которая после УАЗа и Нивы. То есть колеи сейчас нету. Сейчас будем с вами пробовать подниматься. Мы сейчас давайте с вами чуть-чуть назад. Ох, как тяжело. Так. Нужно накатать. Стоим еще на подъеме. Че, давайте будем блокироваться. Все, заблокировался. Блин, намного интереснее поехало. Встали. Вот, отлично, тронулись. Первая пониженная. Колею, видите, снесло. Снесло. Но выехали. Это уже хорошо. То есть полюбас туда сносит. Сейчас ждем, освободят так, дорогу. Первая пониженная. Блокировочки делают свою работу. Доехали. Так, у нас проблема. Патриот сломался. Дернул. Сцепление провалилось. И без сцепления пока стоит. Что решено? Откапываемся. Разворачиваемся. Так, тросами 2-3 машины. И будем у вас патриот тащить домой. Так, сейчас надо, чтобы Нива проехала чуть-чуть вперед. Мы выйдем. У нас правая сторона в снегу. Ну тяжело, блин, снега очень много. Так, ну что, пробуем. Будем в этом... У меня чек загорелся. У Алексея есть да. ЛМ-ка. Правильно, всегда, да, ЛМ-ка? Всегда с собой ОВД. ОВД, ОБД, ОВД. Да. Сейчас подключим, посмотрим. Все включил, да, зажигание? Да. Сейчас, нет. Сейчас запускай двигатель. Сбросил, да, шипки? Да, запускай. Перегрев двигателя. Да. Так, все, ошибочка пропала. Информацию посмотрим, что у нас параметры. Ситуация. Начала разворачиваться. Ну и вот такие условия у нас. Мы не едем. Сейчас Нива назад подаст. Немножко стронемся, разворачиваемся. И будем выезжать назад. Так, сейчас немножко почистим, посмотрим. Ну, снега, видите, выше колена. У нас опять экстрим. Вот. Будем разворачиваться. Вариантов нету. Едем. Потихонечку, потихонечку накатаем. Слушайте, снега. Отлично. Газ. Ну вот, видите. И поехали, и помчались. Зацепили меня за патриот. Вот таким отличным вариантом. То есть жопу потянули и
нас поставили нормально. Решили Антоху пустить первого. Лифт и полностью задняя разблокировка, впереди самоблок. Поедем по на другую локацию, поедем. Сейчас токовый не вас выйдет. Ну и мы покатимся за ним. За 5 рублей тебе вот эти, а, за 10. Поехали. Какие большие такие. Вторая пониженная. Катимся. Здесь нам надо повернуть будет налево. И тоже очень сложный маршрут. То сейчас уже стемнеет, будем ехать потемну. Но здесь поворот на 90 градусов. Все-таки, знаете, длинная база в эти повороты намного сложнее заезжает. Сейчас давайте посмотрим. Поворот на 90 градусов такой. Стоп. В принципе, не так-то нормально. Заехали. Здесь, получается, Антоха нам будет набивать дорогу. На второй мы не едем. И на первый не едем. Давайте назад. Дверь открыть не смогу, смотрите. Хотя, вот, то есть снег по двери у нас. У Антохи лапти вот такие, он их стравил. У нас давление, как я говорил, двоечка. Ну что, давайте, поехали мы. Решили все-таки спускаться. Решили все-таки спускаться. Ребята, здесь надо топтать. Блять. Уехал я в бок. Пиздец. Отсюда хрен ты выйдешь куда. Очень жесткий снег. Ну и все на этом. Что делать? Назад уже не выйдешь. Понимаете? Травиться надо. Ну что, смысл? Давайте покажу вам. Да, здесь я вообще никак не проезжаю. Не хватает мне. Китаец за мной приехал. Сдернул. Сейчас за патриот цепляем лебедку. Меня за трос. И будем потихонечку, наверное, как-то выезжать отсюда. Других вариантов вообще никак нету, ребят.
закапываемся моментально. Моментально закапываемся. То есть начинаешь буксовать, и все, она просто садится. Вот он поверил в себя, диагональный встал, и все на этом, понимаете? И бесполезно. Вот так. Да. Сложненько, сложненько. Наверху стоит Патриот. Зацепили лебедкой китайцы. И потихонечку будем вытаскивать. Потом меня вытащим. Самостоятельно мы здесь вообще никак не едем. В этом случае ни одна блокировка не поможет. Согласись, Лёх? Вообще такой подъем. Такой подъем, во-первых. Во-первых, вчера было 0, а сейчас минус 10, там наверное. Там лёд под снегом. То есть. Можно встать и стоять. Твой слой держит. Не дай бог, если у Фидана автомобиль сломается. Или там, да? Все. Все, мы здесь останем здесь, да? Все. Ну да, на бок его стаскивает. Нет, ну сейчас-то он, видишь, у вас-то стоит ровно. То есть вытащит его нормально. Мы здесь, ребята там. Да. Что у вас тут тоже? Гребет. Тут же нет блокировок. Без варианта. Ты блокировку бежесевую вхуярил? Да. Ну-ка, дай посмотрю. Что там, весело? Да. Так, ну вот Антоха только. Самостоятельно. За счет того, что у него лифт. Мы хотели проехать прямо. Но без вариантов. То есть находимся в лесу. Сейчас они пробуют самостоятельно развернуться. И надо будет выезжать уже обратно. Ну что, успехи? Это нормальные, да? Лопата вам помогает? Конечно. Это прекрасно. Активный отдых он будет. Да. Ладно, пойду я дальше. Все, посмотрю, что там как. Бесполезно. Вообще никак. На брюхо сосажусь и все. Ну уже шевеление. Задняя убивает и все, заколебала она. Так, накатываем. Давайте лопату уберем. Так, ну вот, смотрите, подъем. Бесполезно заезжать. Лопату уберем. А то я в нее втыкаюсь. Давайте туда прямо, что ли, еще немножко попробуем пробить. Поехали.
как по рельсам просто идем. Бля, ну закидывает мне. Но уже все равно докатали. Вот в горку бы встать бы в колейность. Еще разок проехали. Здесь получится развернуться. Сейчас ребята развернутся. Тоже попробуем. Пошлите посмотрим, что у них там. Что у нас, получится развернуться здесь, нет, Антох? Ай, Антох, развернуться получится нам? Да, сложно. Так, ну что, еду назад, цепляемся за лебедку, и Феда нас будет вытаскивать. Лебедочка. Все, цепляемся за лебедку. Все, и поехали. Давай, ток. Так, два динамических троса, да, связали? Да, да. И за лебедку, и да? 21 метр. Ну все, давай, поехали. Он здесь разворачивается на этом пятачке, и надо будет уже выезжать нам. Все, хватило. Сейчас еще не висит. Сейчас, да хватило. Теперь задача развернуться. То есть набить колею. Смотрим, как Антоха попробует заехать. Заедет ли он в эту гору?
Нас всех. Вот, а, он, видишь, по моей траектории ушел. Я про что и говорил. Вот и я также уезжал в эту траекторию. Блин, а сейчас у него будет там печалька, да, пацаны? Да. По любасу печалька будет. Все, лебедка, только лебедка. Все, достаем лебедочкой. Лебедочкой достаем, потихоньку тянем. Не Васик. Ну то есть лебедку отцепили, и Антоха пытается сам выехать. О, получилось, отлично. Молодцы. Ива тащит, вазики отстой. Так, ну смотрим, не вас, не вас. Сейчас тоже его, смотри, вправо. Все, ушел, 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 ушел. Все, лебедочка. Стой, стой, зафиксируйся. Стой, стой. Достаем последнюю машину из оврага. Снежный плен нас забрал к себе. Но благодаря УАЗу и лебедке, конечно, мы здесь бы ничего не сделали. Вот на самом деле. Все, лебедочка потихонечку, потихонечку он подтаскивает его. Отлично, выбрались. Выбрались, все выбрались. Все, 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 все. На выезд? Давай! Пробуем. Дави. Там яма, да? Давай, дави, давай, дави, газ, пол, давай, давай! Вот, красавчики. Спасибо нашей команде. Один здесь я ничего бы не смог сделать. Вот в этом и вся прелесть — выезжать группой куда-то кататься. Осталось всем развернуться. То есть, ну, по... я предлагаю еще на одну горочку заехать. На одну? Давай на две. Ну тогда на две. То есть надо заехать и, как я, и выезжать. Чего, едет? Шевелькается. О, пошел. Не хило, не хило. Че, и прямо. Вот мне типа такой резин надо ставить там, да? На зиму, что ли? Ну вообще. Она более грубее. Смотри, бошка из тебя есть? Да. Ну не ехал ни хера, да? Сейчас поехал. Пошел, газ в палас. Да там уже после меня-то можно проехать. Поджерик. Ну, он практически развернулся. Да, да, да. Вот короткая база, да? Еще, еще. Ютвера, да? Еще назад. Да пусть уже вперед ей, не надо. Хорош. Лево руль. Нет, нет. Назад. Раскачать. Ага. Так, ну что, мы в принципе-то, да? Встали все. Федан остался.
Федан, давай разворачивайся, Федан. По моим следам прошел просто. Так, разворачиваем вас. Да, а все-таки. Что, он сшитый, что ли, или что? У него, да, у него две прошивки. Опять дерево, а? Ну все, на выезд, погнали. Что, будем выезжать? Да, готовы, поехали. Поехали. Что-то мы не едем. Так, ребята, вроде все едут. Поехали. Вторая. Надо стекла помыть. А то не видно. Ну что, какой результат? Подведем итоги. Стоковая Нива. Блин, она может ехать. И едет. УАЗ Патриот в стандарте, на хорошей резине, с небольшим лифтом, и все, и Ник, и стоковая Нива его догнать не может. Вот. Как у Антохина оранжевый. Давай, давай, поехали. Вот лифт сделанный, да, широкие колеса, и в такую погоду вообще прекрасно едет. Вот сейчас после всех, вот смотрите, мы на второй пониженно едем, то есть и двигателя хватает, он крутит. А когда я за Феданом ехал, за Патриотом, как было сложно. Я на второй пониженно не мог ехать, не хватало, просто-напросто не хватало. И, во-первых, сюда ехал на 2,1, давление было. Или более зубастую резину вставить. Все мои видео, в принципе, можно для себя выбрать, на какой резине ездить, да? У меня вот липучка вообще установлена. RS, Nokian RS2. Уже третий сезон. Вот. Но все равно, когда она подтравливается до единички, да? Отлично едет. Выгребает снег из-под себя. Прикольно, вообще выгребает. Ну и вот по поводу видео, говорю, кто смотрит мои видео, уже видят, на какой резине люди ездят. И такой вот вывод вот в этом году лично у меня, то, что нужно шипованную резину ставить. Все-таки шипы помогают, однозначно помогают. На ледяных горках помогают. Да, отлично, отлично. Вот покатухи сегодня прикольные получились. Ну все, мы уже к городу подъезжаем. Будем заканчивать. Пишите комментарии,
Как вот вы видите, какую лучшую машину вот из этих всех, которые мы сегодня катались, по проходимости? И вообще, самоблоки, вот на ваш взгляд, нужны самоблоки, не нужны самоблоки? Помогают они в каких-то моментах, не помогают? Пожалуйста, пишите в комментариях, будем с вами там обсуждать. На этом видео заканчиваю. Всем большое-большое спасибо за просмотр. Всех с Новым годом, с праздниками. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь видео. Будьте здоровы и всем пока.